Я вообще хочу сказать, что я стараюсь, вот меня мама приучила, никогда никого не осуждать. Я сегодня не накрашу. Хотя мои коллеги, кстати, красятся. Я, кстати, тогда и сейчас, в принципе, я тоже непробиваемый. Не может быть такого, что все виноваты, один я хороший такой. Ой, я район Полесье, очень красивые места, свежий воздух, замечательная вода была. А контртенор – это уже диагноз. Привет, Юр. Сегодняшний разговор я бы хотела начать с вопроса о твоем голосе. Как бы ты его охарактеризовал и что для тебя значит твой голос? Привет. Это очень страшный вопрос для меня. Нет, ну я на самом деле шучу. Мой голос правильно называется в наше время контртенор. До нашего времени, это приблизительно в 60-х годах, он назывался тенор альтино еще, потому что традиция эта только зарождалась, она пошла из Великобритании. Насколько я знаю, основоположником этой традиции был Альфред Деллер, или Диллер, это британский певец, контртенор, очень был талантливый и начал петь высоким мужским голосом. Кто-то называл это фальцетные, кто-то говорит микстовые звучания. Благодаря ему, так сказать, мы унаследовали традицию такого типа голоса, как контртенор, разновидности голоса, который я считаю нормальным условно, не так, как сейчас говорят. Вот есть контртенор и нормальные голоса. Нормальные голоса – это сопрано, баритон там, и теноры, все остальные. Да? Но от контртенора – это что-то ненормальное, аномальное такое. Да? Многие театры поломали стереотипы, и мы можем увидеть на оперной арене мировой очень много контртеноров, которые поют большие партии, поют оперные спектакли, также камерную музыку, потому что все-таки начиналось это все с камерной музыки, барочной музыки, музыки в церквях. И я считаю, что контртенор заслуживает теперь быть названным тоже нормальным голосом, так как в любом случае оперный голос, его нельзя назвать нормальным, потому что оперный голос – это такая субстанция, к которой нужно прийти. Понятно, нужно иметь материал, нужно иметь способность к вокализации, много очень составляющих, чтобы начать учиться, развивать это. Но в любом случае для этого нужно получить определенную вокальную школу, развивать, работать над собой, над умственными способностями, над дыхательными, физическими. Это такой большой комплекс. Потому контртенор. Вот. А что такое для тебя твой голос? Как ты его можешь охарактеризовать? Понятно, что голос – это как и глаза, это отражение души и характера человека. Я не скажу, что мой голос хрупкий, так как я являюсь тоже одним из немногих представителей контртеноров оперного плана. Ну, конечно же, любой голос, я думаю, не только контртенор, и условно, как мы уже говорили, нормальные голоса, они нуждаются в уходе, они нуждаются в покое, они нуждаются в аккуратном использовании и в правильном подходе к использованию этого голоса. То же самое контртенор. Ну, контртенор – это, ну, я буду называть просто это мое призвание. Почему призвание, хочу сказать? Потому что, во-первых, мне очень близок стиль эпохи барокко. Мне очень нравится эта музыка. Я считаю, действительно считаю, что незаслуженно очень многие произведения забыты. И я, как и мои коллеги, мы пытаемся возобновить традицию, максимально приблизить традицию того исполнения, которое было там в 17-18 веке, перенести на сегодняшний день. Но сейчас музыка барокко очень в моде, мне кажется. Даже один из критиков российских, московских, говорил, что сейчас в Москве не услышишь хорошего сопрано или тенора, но контртенор каждую неделю, каждый раз новый, и забиты залы. Как ты это прокомментируешь? Ну, если говорить о Москве, то действительно сейчас, ну, до коронавируса, опять же, у нас теперь время будет разделяться на до коронавируса и надеюсь, что скоро наступит после коронавируса, этой пандемии. До коронавируса период, да, действительно, Москва была заполнена, в хорошем смысле этого слова, концертные площадки московские были заполнены
разнообразными концертными, оперными программами барочного плана, камерного плана. И действительно, я сам много принимал участие в таких проектах в Москве, будь то там театры, большой театр, или зал Чайковского, или даже open-air концерты были в Ботаническом саду. Это был мой первый такой опыт петь на открытой площадке, очень интересный, с разными программами, с замечательными музыкантами, певцами. Ну, это хороший опыт. При том, что московская публика, она... Я не скажу, что другая публика меньше знает, да, то есть на украинском говорят «обизнана». Иногда я перевожу, потому что мой родной язык украинский, я все-таки русский, это как второй родной язык, могу считать его. Но она... очень воспитана, что я был удивлен, потому что всегда барочная музыка к ней относится как к чему-то такому там страшному, неведомому, старинному. И все почему-то боятся. Говорят, барочная музыка, ну это нужно разбираться, понимаете, нужно читать об этом, изучать этот вопрос. Я же уже много раз говорил в разных интервью, что ну, это не так. Барочная музыка в первую очередь писалась, это духовная музыка, которая писалась композиторами, которые писали для церкви. Я считаю, что да, конечно же, хорошо, если человек почитает либретто, будет знать историю, если мы говорим об оперном спектакле, там, или если говорим о контактах, то молитвы нужно почитать, о чем произведения идут, арии, будь то речитативы какие-то. Но даже если человек не подготовлен и поленился, не почитал или не нашел информации, можно просто прийти на концерт и наслаждаться красивой гармонической мелодической музыкой. Вот и все. Интересно, но мне кажется, у тебя это в крови, потому что, вернемся к твоим истокам, все-таки ты родился в красивом средневековом городе с большим замком, да, музеем. Да, замок. Сейчас он музей. Сейчас музей. С музеем старинной домашней иконы. Мне кажется, что вот атмосфера тоже очень сильно влияет на человека, в котором он воспитывается. И, может быть, поэтому у тебя любовь к барочной музыке? Ну, не хочу сказать, что только к барочной музыке, потому что я люблю разную музыку. Часто вот бывает, некоторые журналисты задают вопросы, говорят, а вот вы, наверное, вот вы классический музыкант, потому что у них нет часто разделения барочной там, по стилистике, и вы, наверное, слушаете только классическую музыку. Говорит, да нет, я шел к вам и слушал AC/DC, ну это правда. Правда? Ну да, я Скорпион сейчас переслушиваю, вспоминаю молодость. Сказать. Я много слушаю и рок-музыки, я люблю джаз. Люблю джаз. У меня даже был опыт работы с военным американским оркестром. У меня 8 концертов отпел, и там была джазовая музыка. Например, мы делали джазовую соул-интерпретацию на Ляшек Япьянга с саксофоном. Мне безумно нравится экспериментировать. Я слушаю разную музыку совершенно. А что по поводу, конечно же, места, где ты родился, и социум, в котором ты вырос и воспитался, он влияет. Он влияет очень сильно на развитие человека. Если говорить о моем городе, это небольшой городок с польскими корнями, который окружен лесом. Это Полесье, район Полесье. Очень красивые места, свежий воздух, замечательная вода была. К сожалению, сейчас ситуация ухудшилась во всем мире, экологическая, но мы не будем об этом говорить. Но я рос действительно в здоровой семье, в любящей семье. И самое, что мне нравилось, в музыкальной семье. Не профессиональной музыкальной семье. Это как моя мама заканчивала 5 лет по баяну, по классу баяна. Но зато меня моя мама, бабушка научили, и мы пели с самого детства украинские народные песни разные, колядки. Это была традиция такая наша. И мы колядовали. И, так сказать, традиция песенности, я не скажу, что забивалась в свою голову. Нет, она... Это тяжело сказать русскими словами, навязывалась, да, то есть она вошла в ДНК моего самого детства. Oh,
сказал, что ты очень любишь Украину, конечно же, потому что ты любишь людей, ты любишь свою страну, и твои родственники живут на Украине. Не все. Не все, хорошо. Не все русские. Но у тебя есть еще другие корни или кровь. Ну какая? Да. Но я думаю, что, как и у каждого гражданина любой страны, у нас есть в генетической линии несколько, 2-3, а то 4 ответвления. Насколько я знаю свое родовое древо, у меня есть, ну, первое — это польская кровь, украинская кровь, австрийская кровь и венгерская. Вот у меня такое 4, такая ядреная смесь. И еще я слышала, что ты очень тепло отзывался о своей бабушке. Да, моя бабушка очень много повлияла, кстати, на разучивание украинского фольклора, разных украинских частушек. Она вообще веселая, все, до сих пор она, ей уже за 80 лет, она до сих пор еще поет. А ты можешь что-то вспомнить? Нет, я, можно я не буду. Хорошо, а меня вот такой еще вопрос интересует. Ну, как любая бабушка, конечно, наверное, она тебе пела колыбельные песни, колыскови, или мама. Но наверняка и читали тебе в детстве сказки. Мог бы ты вспомнить, какая сказка твоей была любимой сказкой? То, что любимое, то, что запомнилось на данный момент, это, наверное, «Кот и горошка». Да, почему-то вот она у меня в голове, то, что я хорошо помню. Конечно же, «Колобок» — это знаменитое. Конечно же, сказки Пушкина, которые читали, то же самое. Хотя сейчас это не модно говорить на Украине, например, что там Пушкина читаешь, хотя считают это неправильно на русском. Да много чего. Истории разные, какие-то небылицы. А можешь вспомнить что-то вот из раннего детства, не связанного, может быть, с музыкой, что для тебя было таким очень ценным и теплым воспоминанием? Ну, вообще хочу сказать, я счастлив, потому что о детстве у меня только такие желтые, теплые, какие-то мягкие и очень хорошие воспоминания. Детство ассоциируется вот по настроению с золотой порой осень. Именно для меня это такая умиротворенность, это спокойствие, это нежность, такое умеренное тепло. Ну, все детство. Я не могу сказать, что какие-то, понятно, что у нас много ярких моментов, там какую-то игрушку, велосипед первый, там научил на машине первый раз там за рулем поехал в детстве. Но я так утрирую. Так как у меня две сестры еще, мы погодки, мы все время очень дружили, иногда где-то ссорились, но мы были всегда вместе. И было очень много друзей, хорошая компания, которая всегда поддерживала, не так, как сейчас дети друг на другом издеваются, сидят в интернете. У нас не было интернета. Потому о детстве мне только очень хорошие воспоминания, ну вот честно. А о родители твои? Расскажи о родителях. Они музыканты? Ну, я уже сказал ранее, что моя мама училась по классу баяна 5 лет. Это все, что она знает ноты, у нее очень хороший голос народный, она очень много меня учила разным украинским песням. Мы пели вместе, бывает, вечерами чем-то занимались, тем же лепили вареники, например, или пельмени, да. И мы себе пели там 2-3 голоса с сестрами и плюс мама еще. Папа нет, он не музыкант, и, как говорится, у него тяжелый случай по поводу музыки, ему медведь на ухо наступил. Он очень всегда пытался что-то петь, и мы всегда говорили: папа, не надо, пожалуйста, не травмируй нас вслух. Нет, папа с музыкой не дружит. Я знаю это по рассказам, что мой прадед, он был чистокровный поляк из польской шляхты. Он играл на разных инструментах, он играл и на гитаре, и на трубе, там, то, что было там у него. И он очень хорошо пел. Вообще украинский народ, он певучий. Многие имеют, не зря сравнивают украинский язык с итальянским, потому что он более округлый. Я не скажу, что более подходит. Любой язык певуч по-своему. Любой язык совершенно. И немецкий. Мне жутко нравится немецкий язык на самом деле. Французский, конечно же, язык любви. Мне тяжело на нем петь, я пытался. Но это нужно все-таки заниматься над этим или быть нативным носителем языка. Обычно родители не хотят, чтобы дети занимались профессиональной музыкой. Но это связано, наверное, с тем, что профессия музыканта очень сложная, хотя на первый взгляд кажется легкой. И очень трудно, как говорится, попасть в струю, да? То есть очень трудно стать тем, кем ты мечтаешь стать. Но возможно. Но твои родители наоборот. Ну, если говорить о начале, то я думаю, что, не думаю, я уверен и знаю, что любая профессия, если ей заниматься профессионально и преданно, очень сложно, любая профессия. По поводу детей, я, конечно же, за то, чтобы и мои дети занимались музыкой, и делаю все для того, чтобы они, если они сами хотят,
Я не настаиваю. Mm-hmm. Например, моя дочка занимается в музыкальной школе по классу фортепиано и хора. Но также в то же время она, например, любит, я называю это клуб кройки и шитья, там, грубо говоря. Она ходит, она любит рисовать. Она пошла, сама захотела, и она сама идет и рисует, учится рисовать. Она занимается макраме, лепкой. Она сама дома, вот ребенок развивается, у нее куча разных инструментов, и она дома лепит, шикарно лепится из пластилина. Она занимается на фортепиано, она поет. Вот я все максимально со своей супругой делаю то, чтобы помочь ей. Мы не настаиваем. И мы хотим просто, чтобы дети развивались и нашли свой путь в развитии. То же самое, что касается моего сына. Он сейчас в армии. Он искал себя в медицине. Ему не понравилось, как фармацевт. Не понравилось. Он сейчас айтишник. Он сейчас в армии. Вот приходит, и он будет заниматься айти. Это нужно тоже как быть, как и музыканту, постоянно учиться, постоянно новое, что-то изменяется. То есть мы приходим к тому, что детей не нужно толкать туда, и не нужно заставлять, чтобы им это не постыло, то есть не надоело, чтобы они не разочаровались в этой. Детям нужно помогать всесторонне развиваться. И я считаю, что дети найдут свой путь в развитии и обязательно найдут свою профессию, которую они будут любить. Что касается меня, то да, я в школе, так получается, мне очень нравилась биология. Даже у меня был замечательный педагог по биологии у нашего класса. Так интересно все. Я знал на латыни все названия полностью. Сейчас уже все позабывал. Я очень хотел идти хирургом или нейрохирургом. Очень хотел готовиться. Но после 9 класса, я думал 11 закончить, идти в медицинский институт. Но моя мама настояла, так как я был неплохо учился, хотя я всегда считаю, что я мог бы быть лучше, я ленивый, я никогда, то есть, ну, это тот вариант, когда тебе нужно по фортепиано сыграть 4 произведения, а ты за 2 недели учишь, сдаешь и забываешь это. Это я, к сожалению. Хотя по-нормальному, так как сейчас у меня другой подход совершенно по выучке какого-то материала и по тому, как заниматься и управлять голосом. Но раньше было так, потому что хотелось поиграть в футбол, хотелось чем-то заняться, пойти с друзьями поиграть. Да, и так получилось, что мама настояла, чтобы я шел в музыкальное училище. Ну, так как музыкальную школу я закончил как пианист, и как, ну, у нас не было вокала, у нас был хор, как хоровик, то, конечно же, я пошел на хоровое отделение Житомирского музыкального училища, и, честно скажу, я поступил, и я не знал, что, чем это закончится. Ну, вот не представлял. Притом у меня очень хорошие баллы. Вот насколько я был ленив, я хорошо закончил. У меня одна была четверка в музыкальной школе всего по фортепиано. И то мне поставили не потому, что я плохо сыграл, а потому что я плохо ходил. Наказали тебя. Да, я 2 раза бросал музыкальную школу. Это такая трагедия. Мама не знала. Потому что родители всегда в советское время тогда еще все работали, не было времени там. И честно скажу, я учился в музыкальной школе и в такой. Мне никогда не... Ну, может, 1 раз провели домашку. Мы сами учились. У нас не было такого, чтобы родители с нами сидели. Мы сами учились. А музыкальное училище для меня прошло как сказка. Почему? Потому что мне все казалось легко после моей музыкальной школы, потому что нас там жестко воспитывали по гармонии. Ну, там не было гармонии, была теория музыки, сольфеджио и все. Я был натаскан очень хорошо. Хотя, опять же, я считаю себя ленивым. Я мог бы больше намного. Училище даже с красным дипломом. Об этом я узнал за 2 недели до получения диплома, что у меня красный, оказывается. То есть, получается, у тебя отличное музыкальное образование. То есть, ты хорошо играешь на фортепиано, владеешь инструментом. Конечно же, если ты закончил дирхор, дирижерско-хоровое отделение, музучилище, то это база тоже колоссальная. Раньше, конечно, не было вокального отделения. Не было, уже есть. Уже есть, да. Я вот тоже поступила в Луганское музучилище, не так, как моя сестра на дирхор, а уже была одной из первых выпускников-вокалистов. Из-за того, что у тебя хорошая база, это, конечно же, тебе очень сильно помогает в выучивании, разучивании твоих партий. А ты не задумывался продолжить свою карьеру и как дирижер, например, как Рене Якобс? Если расставить все точки над «и», то хормейстер-дирижер и оркестровый дирижер – это разные совершенно профессии. Хотя, конечно же, хормейстер может дирижировать оркестром. И то же самое оркестровый дирижер дирижирует, конечно же, хором и делает. Но если копнуть поглубже, что такое дирижер? Дирижер – это не... Понятно, что, как правило, что мы видим дирижер – это апатажный человек с огромным эго, профессионал, который делает красивую картинку также в работе, машет руками, там, задает настроение, зажигалка, да, такая своего рода. Но это адская работа за сценой.
Это выстройка всего музыкального материала. Ведь дирижер же отвечает не только за то, как это будет красиво на сцене, а и за стилистику, за то, как будет... Как мы, вокалисты, отвечаем, мы можем сделать интерпретацию другую. А дирижер должен отвечать за все, за хор, за оркестр, за интерпретацию всего произведения. То есть это очень сложная профессия. То же самое, как и в хормейстере. Потому я считаю, что все-таки на ответ мог бы... Да, могу. В барочной музыке – да. Потому что в барочной музыке там... Как на меня проще схематика, музыкальная стилистика уже в моем ДНК, хотя она может отличаться от понимания других, скажем так, критиков или музыкантов. Мы все разные, это нормально. И у всех разные, есть какие-то основы музыкальной стилистики, фразировки, интерпретации. Но мы можем уходить в сторону, вправо-влево чуть-чуть, и в этом ничего страшного нет. Получается, дирижер должен себя... заниматься самопланированием и самоорганизацией очень конечно, хорошо. Конечно, конечно. Не только себя, а вообще всего музыкального процесса. Того, мог бы я быть, да, конечно, мог бы, но не буду в ближайшее время. Хотя мне многие, кстати, задают этот вопрос, потому что часто в барочнике работаем мы без дирижеров. Мы дирижируем там своим телом, дыханием. Иногда можем где-то рукой показать, когда, ну, чтобы помочь, чтобы быть в коннекте с оркестром. Но... Не только потому, что я уважаю труд дирижера, а потому, что нужно быть профессионалом в первую очередь в своем деле, а не распыляться быть, как многие музыканты. Я и дирижер, и певец, и режиссер, и еще что-то, и нигде не супер, как говорится. Да, я лучший дирижер среди певцов, там, или наоборот, там, грубо говоря. Я считаю, что нужно отдаваться одному делу, ну максимум двум, но чтобы это не противоречило один одному. А расскажи, кто на тебя... очень сильно повлиял в работе с дирижером? Ой, да каждый дирижер влияет по-своему, честно скажу. Это такой как квест, да, называется «Выживи и пойми дирижера». На самом деле я счастлив и спасибо Господи, что в моей практике практически, ну, 99% замечательных профессионалов, от которых я брал только самое наилучшее, многому учился, потому что дирижер это так. Я их всех воспринимаю как педагогов также. Но мне нет такого, что даже сейчас я приезжаю, какой-то молодой дирижер говорит, а что ты там понимаешь, я там пел. Нет, каждый человек талантлив по-своему, каждый человек заслуживает права на то, чтобы его услышали, и поняли и поддержали. Потому для меня это... Такая интимная сторона моих взаимоотношений с дирижерами и вообще с музыкантами. Я стараюсь всех понять, да, разобраться, там, простить в каком-то... Да, ну мы все творческие люди, мы все в каком-то плане сумасшедшие. Это не без этого. Часто... Ты очень гибкий в работе. Да, я стараюсь быть гибким. И с режиссерами, да? И с дирижерами. А, но все же, наверняка у тебя есть мечты. Желание, с кем бы ты вот хотел поработать еще вот в ближайшее время с дирижером? Ну, честно скажу, такой мечты, чтобы я хотел бы с этими дирижерами, у меня нету. Я просто хочу заниматься своим любимым делом, а я действительно люблю петь, и люблю оперное искусство, люблю камерную музыку, люблю концертные какие-то проекты. И хочу творить добро и заниматься музыкой. И чтобы моя семья была здорова. Давай с тобой вернемся ко времени учебы в музыкальном училище, потому что ваше музыкальное училище имени Косенко, моего любимого украинского композитора. Да. Я с радостью пою его романсы. И хотела спросить, может быть, ты что-то исполнял? Нет. К сожалению, Косенко не писал для контртенора. Все-таки я стараюсь придерживаться... правил исполнения той музыки, которая или была написана, если современная, то часто пишут для контртенора, есть исключения, мы позже поговорим об исключениях, или же музыка эпохи кастратов, когда это пели мужчины, ну, другую эпоху, скажем так. То есть романтическую музыку, романсы Рахманинова? Я пел, когда был студентом, потому что это нужно было, и, например, для конкурсов я пел там романсы, ну, Чайковского какие-то романсы, там все. Но все-таки я считаю, что эти романсы, это может быть концертом ради развлечения, ради хитовых вещей, но я не за то, чтобы исполнять ту музыку, которая, опять же, как считают многие, написано для нормальных голосов, петь контртенором это, хотя не всегда это подходит. Ну почему, например, я пел в проекте «Смерть Венеции», это такой драматический спектакль, они туда
поставили аранжировки, там, часть дуэта из «Коронации Попеи». Потом я пел Штрауса два романса. Штрауса никогда Рихарда. Не пел. Рихарда, да, два романса Штрауса никогда не пел. Какие? Это было интересно. «Им Абенгот» и... Это четыре последние песни Штрауса. Да. Это из четырех последних. Да, это самые сложные песни Штрауса. Я прям удивился, как они легли на голос. Я боялся, честно скажу, мне как-то сказали, как Штраус, контртенором, да ну, очень удобно, замечательно красивая музыка. Включение русская музыка. Я никогда не думал, там 10 лет назад, что я, 12 вернее, лет назад, что я буду петь русскую музыку, там, Римского-Корсакова, Глинку, Рубинштейна. Я бы сказал, ну, ребята, извините, но это не для контртенора музыка, как это? Это же не музыка эпохи Кастратова, это не барокко. Но у меня был очень интересный опыт сотрудничества с Дмитрием Черняковым, который любит эксперименты. И я уже три проекта с ним отпел. Это первый проект был в Большом театре Руслан и Людмила Глинки. Второй проект – опера «Бастиль», Париж. Это «Снегурочка» Римского-Корсакова. И третий проект сейчас, вот недавно была премьера «Садко», Большой театр, где я пел партию «Нежаты». А, и еще был опыт Рубинштейна, в «Демоне» я пел партию «Ангела». Очень интересно. Ты знаешь, Дмитрий Черняков, конечно, очень скандальный режиссер, много разных мнений бытует. Я лично видела только его «Парсифаль» в Берлинской штатс-опере и видела, конечно, запись «Снегурочки». И хочу сказать, что сцену вашу, твою сцену, Леля, невозможно смотреть вот так вот просто... бездушно, потому что это настолько, и вообще постановка настолько да. здорово сделана, что, конечно, в конце, ну, наверное, все зрители, которые сидят в зале или у экрана, просто плакали. Очень интересный образ, образ Леля, очень необычный. Ты там какое-то совершенно неземное существо. Это настолько выпукло получилось и настолько рельефно. Расскажи, как ты работал над этой партией и вообще, как ваша была совместная работа? Ну, вообще партия Леля для меня это была, называется, работа в очень сжатом стресс-режиме, потому что выбран был на партию это совершенно другой певец, который по какой-то причине не справился. Нужно иметь много составных одного комплекса, чтобы исполнять. Это не только материал, оперное наполнение. Нужно понимать, нужно нативно в душе иметь понятие, что такое понимание русская музыка. И так получилось, что меня Дмитрий Черняков вызвонил из другого проекта. Я пел в опере «Кемниц» в Германии Ринальдо за главную партию, но я не мог отказать Дмитрию Чернякову. Мне пришлось за 5 дней учить всю партию наизусть, со скандалом отпрашиваться с постановки Ринальдо, хотя я уже был готов для этой партии полностью. У меня уже все, моя партия была поставлена, меня не хотели отпускаться, был скандал, отпускать театр, был скандал большой в театре.
Но мне удалось, благодаря коллегам, дирижеру и режиссеру, отвоевать свое право быть услышанным. И я приехал. Я скажу, после звонка Чернякова прошло 4 дня, на 5-й день я уже стоял и репетировал в опере «Бастиль». А почему ты не мог отказать, Дмитрий? Ну, во-первых, я считаю, что для любого музыканта, особенно барочника, ну, я был первым, кто пел в опере «Бастиль». Начнем с того. Барочник. Ну, не барочную музыку. Это огромный зал, это престижный театр мировой, на мировой сцене, скажем так. Во-первых, во-вторых, я очень уважаю творчество Чернякова. Кто бы как ни говорил, любит, не любит. Я уважаю, я во многом разделяю его мнение, понимаю. Можно сказать, люблю по-человечески этого человека. И для меня он послужил, ну, не знаю, не скромно будет говорить так, он учителем для актерского понимания вообще, для понимания, что такое актерское мастерство. Потому что у меня не было такого шанса получить актерские курсы, актерское мастерство в музыкальной академии. Ну, как-то у нас там какие-то проблемы были в тот период, когда я учился. И мой первый опыт работы Руслана и Людмилы мне открыл глаза на многое. Так сказать, я понимаю, что он хочет, и концепцию, но я также и знал, что, соглашаясь на работу с ним, нужно быть супер подготовленным и готовым быть на все. То есть готов все нужно делать. Это человек, который не терпит непрофессионализма. Это правда. Ну, все люди там не любят, когда ты что-то не понимаешь. Но он не терпит непрофессионализма. Хотя он сейчас стал мягче, он намного мягче стал, чем был 10 лет назад, нежели был 10 лет назад. Подобрел. Ну, не знаю. Ну, наверное, подобрел. Он стал больше понимать певцов. Мы такие все пока раскачаемся там. Все. Ну, о нем у меня только хорошие очень. И воспоминания, и очень хорошие, теплые отношения у нас с ним. Надеюсь. Ну, с моей стороны, 100% теплые отношения. То есть у вас сейчас такой, в принципе, творческий тандем. Он-то ведь тебя уже не раз приглашает. Да. Юр, тебя сейчас называют одним из 5 лучших контртеноров мира. А как ты вообще относишься к разного рода титулам? И как ты это воспринимаешь, когда тебе говорят, ну ты же лучший? Имеет ли вообще это значение для тебя? Ну, нужно сначала разобраться, что такое лучший контртенор, по каким критериям это все выбирают. Если говорить... Я всегда боюсь говорить «лучший». Ты сегодня лучше, завтра у тебя погода, гром, молния, давление упало, ты не лучше. Ну, в профессии вокалиста я избегаю этого. Я стараюсь максимально качественно сделать свою роль или свою работу, которая есть задача. И даже если это... Иногда я часто приезжаю на работу и понимаю, что... Зачем я за это взялся? Как я это все сделаю? Это супер тяжело и по пению, и поэтому... Но я беру себя в руки, иду в спортзал и начинаю работать, потому что понимаю, что ну как, я взялся, надо это сделать. И я делаю эту работу. Да, может быть, кому-то что-то не понравится. И я хочу сказать, что мне всегда не нравится то, что я делаю. Всегда. То есть ты анализируешь? Я анализирую. Я анализирую. Нет, мне запись надо, я все помню. Если спросите за каждый из моих спектаклей, я помню, когда я на каком спектакле, что я сделал не так и что мог бы быть исправить. Но исправить это невозможно. У нас временное... искусство. Лайф. Да, лайф. Даже запись, она многие вещи не передает. И потому если говорить об оперных контртеноров, у нас мало. У нас действительно может 5-6 в мире оперных по-настоящему, которые могут петь в Большом театре, там, в опере «Бастиль», там, в любом большом, даже в опере «Лейпциг», это большая опера. И чтобы его озвучить, нужен материал. Uh-huh. Так вот, спасибо Богу, у меня есть материал, я могу это озвучить, не крича. Uh-huh. Просто имея правильную вокальную школу, я могу это сделать. Ну, могу сказать, ну, я не говорю там пятерку, опять же, но это больше этими вещами разбрасываются организаторы концертов, оперных, им же нужно продать афиша. Человека, афиша, там лучше 5, 5 лучших, 5 то. Сейчас мы говорим, по версии Ютуба я вообще сотый там, да, потому что я не занимаюсь, я старый для этого, да, то есть я не разделяю этого, да, я всегда считаю, я не люблю соцсети, хотя я понимаю, что нужно это любить. Вот он следующий мой вопрос. Я не могу через себя переступить, ну не могу, я уже сыну говорю, ну давай, ты с армией придешь, ну займись хотя бы соцсетями, я тебе буду оплачивать твой труд, все, ну я не могу через себя,
Мне, я стесняюсь себя рекламировать. Ну, честно, не могу. Вот я как раз хотела об этом сказать, что сейчас вот мой следующий вопрос. Сейчас очень модно себя рекламировать. Самореклама – это все, пожалуй. Многие певцы получают контракты благодаря саморекламе. Да. И я, увидев в расписании оперы «Лейпциг», что у нас репетируют в театре «Миненко». Без рекламы. Без рекламы. Я не могла поверить, что так, у нас вроде барокко не играют, не поют. Почему? Вначале я, конечно же, искала тебя в Фейсбуке, нашла. Я есть, я нашла. Даже иногда отвечаю. Нашла, но ответа не последовало, я увидела, что твоя страница, фан-пейдж, это фан-пейдж. Это не моя. А, не твоя, да? Тем более, не твоя страница. Никто мне оттуда не ответил, я увидела просто, что ты не ведешь социальные сети, у тебя нет Инстаграм, у тебя нет Твиттера, нет Телеграма. У тебя есть Телеграм у меня. Есть, да? У меня, но нет, я не веду, извини, ничего. Вот, но... Как так? Тебе это не интересно или не хватает времени? Но ты уже сказал, что нет, ты стесняешься. Честно скажу, да? Во-первых, я стесняюсь, хотя я понимаю, что это неправильно, но не могу через себя переступить. Тут честно, есть какой-то барьер. Иногда бывают языковые барьеры, это как я как собака по-немецки. Я понимаю 90%, говорить не могу, но я стараюсь уже что-то говорю даже. Я репетирую на тех, например, вот на пропуске женщина. У меня часто там есть одна очень, очень замечательная женщина. Я на ней учусь, она смеется надо мной. Ну, что-то получается. То же самое, когда я, например, нахожусь дома, у меня нет времени. У меня там есть семья, дети, сад, то есть я все время занят. Потом, когда я путешествую, я же тоже путешествую, да, у меня есть время. Например, я нахожу время на спортзал, я много учу, я много стараюсь читать литературы, не только там романтической или детективов, потому что я, например, фильмы редко смотрю, ну, смотрю, но нечего смотреть на самом деле сейчас. Я лучше поиграю в какие-то игры, когда у меня сильно много времени, ну, времени на самом деле у всех мало. Очень много разных занятий, ну... Я пересилить себя не могу заниматься. Ну, вот честно скажу. Притом, я пытался, хочу сказать, я в Фейсбуке, когда у меня есть моя страница, но столько негатива в интернете, я столкнулся с этим, и я понял, почему и до сих пор я не читаю критику, какая бы она ни была, вообще не читаю. Многие мои коллеги мне говорят, как ты должен читать критики? Я знаю, что я сделал не так. Не нужно воспринимать певцов нас как каких-то тупых овощей. Это я правда говорю, потому что многие воспринимают, певец это какой-то овощ, который умеет только петь, и у него резонаторы, там сказать, пустые, да, грубо говоря. Для этого нет, это неправда. Для того, чтобы быть певцом, нужно очень многое делать и очень многому, к многому стремиться и учиться. Познакомившись с твоими интервью, познакомившись с твоими записями, но не увидя твоей саморекламы, я, конечно же, у меня сложился определенный образ твой, что ты очень вдумчивый, глубокий человек. Затворник. Затворник. Ну, может быть, не затворник, но скромный, не тщеславный человек. Как ты считаешь, это тебе помогает или нет в твоей карьере? Ну, по поводу какой я, да я нормальный. Я люблю открытое общение. Хотя не всегда идет в плюс мне, к сожалению. Часто бывает, и человеку открываюсь, а тебя выливают куча ведро каки за шиворот. Ну, я это не воспринимаю. А скажи, вот где выливают? Просто я на Украине совершенно вот не сделала карьеру. У меня на Украине было два очень негативных. Одна съемка, ее, слава богу, удалили, а вторая интервью, где брали большое интервью, беседа, где ты рассказываешь, они потом вырезают и делают такое, делают из тебя вот как овощ. Понятно. Да. То есть, в принципе, я заметила, например, что именно русскоязычный, ну, то есть наш вот русскоязычный, я имею в виду, конечно, украиноязычный
вот нас всех. Интернет, он более агрессивный. Как ты думаешь, с чем это связано? Это связано с политикой. Ведь у меня был... Хочу рассказать на примере. 3 года назад у меня был сольный концерт национального опера в Киеве. И, конечно же, организаторы побеспокоились о том, чтобы было много интервью. Это очень скучно. Не потому, что нет... Есть профессионалы-музыковеды, у меня были очень хорошие примеры интересных бесед на музыкальные темы, на стилистические темы. Но в основном это все до того приземленно. Обязательно все заканчивается политикой. Обязательно. Я им говорю, моя политика – это музыка. Вот моя политика. Я вообще мало того, я не понимаю границ до сих пор. Я знаю, что это необходимо, но я не признаю границы стран. Я считаю себя человеком мира. Я до сих пор с недоумением прохожу и болезненно все вот эти процедуры визовых вопросов. У меня уже были визы всех стран мира. И каждый раз это такие костыли. Это каждый раз ты доказываешь, что кто ты, что ты. Хотя я живу совершенно легально, у меня нет ничего нелегального. Никогда я живу по заповедям, не укради, не обмани, не лги. Я стараюсь, и я живу по этим заповедям, как нормальный человек. Я не считаю себя там верующим, каким-то там фанатиком. Нет, совершенно. Просто нужно быть нормальным человеком. Нужно иметь, как говорила моя прабабушка, не идти в церковь, а иметь Бога в сердце, в душе, в первую очередь. Вот это самое главное, быть нормальным, адекватным. И потому, конечно же, я понимаю, что самореклама нужна, да, там, но опять же, я считаю также, что агенты должны этим заниматься. Или специально обученные люди, которые будут уметь это делать и продвигать, как это правильно. А вот агент, расскажи вообще о твоем опыте. Вот у меня много моих подписчиков, молодые студенты, которые, конечно, живут в Украине или России, и всегда спрашивают, как найти агента, вот что нужно сделать, участвовать в конкурсах, петь прослушивания, или это просто удача? Вот как было у тебя? Ну, как совет, хочу сказать всем молодым начинающим певцам, нужно рассчитывать только на себя, не нужно рассчитывать на какого-то агента, не нужно думать, что дядя на голубом вертолете приедет и бесплатно покажет кино, этого не будет. Нужно заниматься своей профессией на 1000% от своих возможностей. Конечно же, продвигать себя, не так, как я, там, да, нужно стену эту разрушить и продвигать себя, рекламировать в хорошем смысле. Потому что мы сейчас очень много можем наблюдать в рекламе, там 2 ноты что-то прокукарекал, все, я уже оперный певец. Нет, нужно достичь сначала уровня, профессионального уровня, и потом начинать заниматься своей карьерой. Но для того, чтобы достичь настоящего профессионального уровня и признания, нужно быть а. музыкантом, б. талантливым и иметь материал, школу хорошую, и Д. любить музыку и быть частью музыки. Это самое главное. То есть, когда мы выходим на сцену, ну, я буду говорить о себе. Поначалу, конечно же, если бы это было много лет назад, я думал, боже, как я буду выглядеть на сцене, а как это? Это не важно. Нужно думать о музыке, нужно раствориться в музыке и творить. Если ты творишь на сцене, с большой буквы творишь, занимаешься музыкой, тебя признают все. И тебя сами найдут агенты. Вот честно скажу. Вот ты будешь биться о стены. Я не говорю, что не нужно биться, нужно биться о стены, нужно себя рекламировать. У нас такой мир, что если бы я не поехал на Кардифф, я бы дальше сидел в Одессе без работы. Я был без работы, я предлагал себя, мне говорили, мне просто не отвечали. На Украине вообще мне никто не ответил до сих пор. Но это же было не модно. Я писал в Национальную филармонию Украины письмо, прошу, я там согласен на любых условиях, мне надо какие-то... Мне просто не ответили. Ну, то есть, как бы это все... А сейчас отвечают, а мне это уже не интересно. Да.
все поменялось. Потому нужно рекламировать себя, но в первую очередь нужно заниматься тем, ради чего мы пришли. Нужно заниматься музыкой. Скажи, в чем заключается работа именно твоего агента, с которым ты сейчас работаешь? Что он для тебя делает? Вы оговариваете с ним контракты? Как часто вы созваниваетесь? И, скажем так, хотя бы процентуально можешь сказать, во сколько раз возрос твой гонорар благодаря агенту? Ну, я не знаю, потому что я не знаю, какие гонорары были до агента, потому что я начал работать в Европе уже с агентом. Контртенор даже из России или из Украины, это сейчас уже становится, кстати, благодаря мне. Я один из немногих. Ведь Курман Галиев, который был известен в Советском Союзе, да, в Европе его практически не было вообще. Mm-hmm. Как ни странно, хотя бы он был известен. И шикарный голос, интересный такой, яркая mm-hmm. личность. То на европейской сцене это что-то такое было странное. Украинский, mm. Украина, контртенор, Одесса, откуда, зачем? Есть же Лондон, есть же метры. Я начал работать, у меня уже была какая-то ставка, потому я был счастлив не знать, что такое начальная студенческая ставка в Германии. У меня уже была очень хорошая ставка изначально. После Кардиффа я был супер доволен, когда у меня появились первые немецкие контракты. Было очень сложно, хочу сказать, без актерского мастерства работать с такими режиссером, как Кремер. Угу. И сначала были недопонимания, потом мы с ним подружились и стали в хороших отношениях. Сначала я был угу. в шоке от того, что он просил делать на сцене. Или как? Оперный певец, и мне же надо петь, а тут надо кувыркаться и, извините, трахать одеяло на сцене. Я такой, как? Что это такое? Это же Моцарт! Ой. И у меня был стресс такой. Он во мне этот стресс убрал, переломил. То есть меня заставило это делать. Я это делал на сцене, потому что другого выхода не было. Или ты работаешь, или следующий уже дышит тебе в затылок, как угу. говорится. Потому, конечно же, агенты важны. Если говорить, агенты важны в профессии любого музыканта. Как вот вы с ним общаетесь, со своим агентом? То есть вы друзья, вы коллеги, вы... Какие у вас отношения? Вы часто созваниваетесь, вы планируете что-то вместе? Ну, в моем случае, вот скажу сейчас, я иду по накатанной. Uh-huh. То есть какие-то есть контакты с дирижеров, режиссеров, театров, где-то тебя знают, где-то тебя любят, где-то уважают. И тебя приглашают, и агент как посредник. Uh-huh. Они занимаются документацией, занимаются оформлением всем документов, переговорами, так сказать, увеличивают твои шансы на получение большего гонорара, uh-huh. так как uh-huh. это уже... Они отвоевывают тебя, говорят, что ты нужен человек и так далее и тому подобное. Но больше контрактов, конечно, это мне звонят, Юра, ты можешь где-то там? Говорю, да, конечно же, все, свяжитесь с моим агентом. И потом все с агентом. Хотя бывают исключения, что агенты предлагают какую-то работу, но чаще все-таки это все через меня, напрямую. А вот интересно, ты сам создаешь какие-то проекты интересные? То есть какие-то циклы, может быть, концертов, программы, или только пока что пользуешься приглашением? Не могу сказать, что именно я создаю, я являюсь инициатором каких-то проектов, угу. но эти проекты могут быть только там, например, Москва, Петербург или, если Россия, или Украина. Отличная или Украина, мысль. Потому что есть какие-то связи с оркестрами, с организаторами концертов, потому что создать проект невозможно певцу. Я выступаю инициатором. Найти агента. Тебе помог конкурс да. BBC, Cardiff Singer of the World. Я тоже участвовала в этом конкурсе, и я, просмотрев всех финалистов конкурса с 2009 года, поняла, что ты открыл украинским певцам двери в этот конкурс. Потому Почему? Что после тебя каждый год наши ребята проходили или в финал, или завоевывали премию. Очень интересно, что после тебя вот каждый год что-то происходило. 2009 год ты прошел, был пятеркой лучших. В 2011 после по тебя Андрюша... По двум категориям, кстати, я был. Да, по двум категориям. Твои однокурсники, ты встречаешь их на сцене? То есть вы как-то пересекаетесь? Нет. К сожалению... Обманываю, встречаю на сцене Одесской оперы, да. Встречаю, мы даже участвовали в одних и тех же концертах, в смысле в моих концертах. Мы приглашаем дирижера и певиц, с дирижером певиц, и там поем дуэты, терцеты, угу. дабы разнообразить программу, чтобы это было интересно и красочно. Да, пел, но только в Одесской опере. Oh!
ты